Вот здесь видим мы засохшие завязи. Даже по меркам июля засуха. Знаток дачных хитростей, ведущая программы «На наших сотках» Нина Аристарова с грустью осматривает помидорный куст. При температуре выше 30 градусов пыльца становится стерильной, а потому появиться плоды здесь так и не смогли. Повлиять на этот процесс не в силах человека. С погодой в високосном году не завязалось с самого начала. Зона рискованного овощеводства – таковой считается средняя полоса России. И в этом году смысл этого определения, пожалуй, можно было ощутить в полной мере. Этот сезон для дачников проходит в настоящей борьбе с погодными условиями. За прогнозами синоптиков приходится следить неотступно. Так первые вылазки на заветные сотки приходились на майские метели. Вот так они выглядели. А следом наступила аномальная жара. Как говорят специалисты, в среднем в нашем регионе температура на несколько градусов выше нормы. А вот для вредителей жара и сухой воздух среда самая, что ни на есть, благоприятная. Особенно любят паутинные клещи селиться на листьях огурцов, земляники, кабачков. Дачникам стоит быть начеку и в случае малейших подозрений обрабатывать растения. Нужен и особый график полива водой. Если мы часто и понемножку поливаем, корневая система в поисках воды находится верхним слоем почвы, он пересыхает и перегревается в первую очередь. Нам нужно заставить, чтобы корни ушли вглубь в поисках воды, поэтому поливаем много, но раза два-три в неделю. Выигрыши в этом сезоне разве что те, кто сделал ставку на сорта из жарких стран. К высоким температурам устойчивы, например, черри. Но все же общая тенденция скорее неутешительна. Урожая помидоров, огурцов и кабачков дачники, вероятно, недополучат. Владельцы участков уже жалуются на мелкий лук. Рекордного урожая с гигантскими плодами ждать в этом году не стоит. Возможно, будет не просто картошки, потому что при жаре перегревается почва, а когда корневая система у картошки находится в слишком жарких условиях, клубень он как бы замирает и не растет. Понижение температуры, впрочем, незначительное, синоптики прогнозируют в самом конце июля. Вот только говорить о том, что жара спадет, пока не приходится. Начало августа тоже обещает быть засушливым, а значит, дачникам придется подготовиться к новым испытаниям.